Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам мутный паркур для Майнкрафта Pocket Edition. И что ж, после установки данного мода в правом верхнем углу у нас появляется кнопка в виде железных понож. Ну что ж, первая фишка этого мода такова: если мы прыгнем сверху прямо на моба и нажмем на эту кнопку, то наш моб должен умереть. Давайте это проверим. Так, ну я упал не рядом с мобом. Вот сейчас я упал рядом с мобом, и наша овечка умерла. Как видите, мод работает. Вот сейчас, нажав два раза по этой кнопочке, мне дали два эффекта: прыгучесть и скорость. Вот давайте я вам еще раз покажу такую фишку. Вот наша свинка просто погибла. Так что этот мод работает. Это только первая фишка. На самом деле здесь, можно сказать, три функции. Вот это вторая функция. То, что нам дают эффекты, но здесь, по идее, даже не 3, а 4 функции, может быть, даже и 5, если вы найдете их больше. Ну, третья функция такова: если мы прыгнем на стенку и нажмем на кнопку, то у нас оттолкнет. Создается такое ощущение, что мы отталкиваемся от нее сами. В реальной жизни такое возможно. Вот, как видите. Если много раз жать на кнопку, когда мы приземляемся, то мы еще выше прыгнем. Да, это уже четвертая фишка этого мода. Ну, на самом деле, еще раз повторюсь, здесь очень много фишек. И все это вы будете сами разгадывать. Вот, как видите, меня спокойно все отталкивает. Но от первого лица это, к сожалению, неудобно делать. И это будет очень плохо видно. Ну вот, как видите, эффект работает. Ну, не эффект, а фишка, при которой мобы умирают. Да, может, многие думают, что я мобы убиваю, но двоих мобов за один раз я убить не могу. Тем более обычным топором. И максимум мощности полурона. Поэтому это настоящая работа мода. Вот как видите, я опять убил с помощью этого мода корову. Уже дважды убил ее. И с этой коровы почему-то ничего не выпало. Ну и ладно, наша суть не в корове. Ну что ж. Вот такой прикольный мод. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.